Смотри, какой он разноцветный, крутой. Слушай, мне нравятся эти танцующие штучки на фоне. Ой, это мои, это жвачки. Кстати, дорогие друзья, ставьте прямо сейчас лайк. Поддержите наши серии, сериал про жителей. Подписывайтесь каждый на канал. Давайте, каждый Девушки, подписывайтесь. подписывайтесь и колокольчик протяните. Что так кричу, но я просто хочу. Мады, просто кричишь, я просто хочешь. Короче, лайк поставили, на канал подписались. Вопросик дня. Ваш любимый вкус жвачки? У меня Bubble Gamma. А у меня вишневый эклипс, чисто обожаю его. Все, в общем, пишите ваш любимый вкус. Может, это Виктория, может, виноградный, может, там черешня, может, там... Ма, хочу черешни, черешни хочу. Черешни ты хочешь, да, черешни, иди купи черешни. Ма, пошли, короче, в деревню, ма, пошли в деревню, жители сейчас черешни, короче, купим. Вот, и там все есть, и кружевники, черешни, и малина, и клубника. Ма, о, погнали. О, подожди, стопы, зыркой. Ма, что, жители расклонировали мотики? Все, две машины. Ма, жители расклонировали мотик. Так, едем Ура. Сюда. Так, о, они все еще строят этот дом. Ма, по-моему, они его будут вечно строить. Слушай, а давай поизучаем, что здесь вообще в деревне жителей. Так, вот давай. Здесь, значит, живут, как мы тогда смотрели, нубик. Здесь про... Ой, здесь хакер, ма. Так, стоп, подожди, по-моему, его же должны были посадить, выселить и вообще его закрыть. Ма, походу, дело что-то... Что-то произошло. Так, здесь, короче, этот богатенький. Понятно. Тут, короче, значит, о, ма, к ученому мы еще не заходили. Ма, не заходи! Смотри, что охрана говорит, ма. Ты нажми правой кнопочкой. Он говорит, тебе нужны проблемы. А это что говорит? Так, я знаю твое имя, отошел. Ма, он знает твое имя, видишь? Что ты врешь? Ты не знаешь мое имя. Давай скажи, что, как меня зовут, а? Ма, ну ты на него правой кнопкой нажми, да он вообще-то имя твое скажет. Мы отходим. Так, о, к ученому давай зайдем. Вау, мы с вами, короче, не знакомы, но здравствуйте. Привет, Гули-Гули. Вы как раз мне и нужны, понимаете? А, вы мне не знакомы, но хотели приключений, а? Да. Если да, то гоу. Я изобретаю телепорт в другое измерение жителей. И почти все готово. Вы можете наблюдать портал. Нужны несколько деталей. Кейс денег. Его сможете надыбать у богатого жителя. И генератор материи. Он продается в каждом магазине, понимаете, да? Маш! Да я по... Он какой-то не... живой, но он не живой. Ладно, короче. Ма, ну это он ученый все как живые, но не живые, ма. Слушай, кейс денег у богатого. Я же говорила, я чуяла, что туда надо зайти. Ма, туда никак не пробраться, потому что это те охраннички. Слушай, а если мы переоденемся в жителей и зайдем к так. нему? Типа жителей пускают, что ли? Ну я, смотри, я видел некоторых жителей пускают, и они что-то там переговаривают. Слушай, а может как прислуга, типа, или что? О, ма, слушай, нормально придумано. Короче, слушай, пошли сейчас вот сюда, в жителей. Сейчас какой-нибудь домик... О, сюда забежим, переоденемся в манатки жителя, ма. Давай, заходим, всё, ма. Все, погнали, манатки и манатки. Хе, ма, переодеваемся. Ха-ха, ма, смотри, что. Че ты ржешь-то? Ма, капец, ты... Че ты там увидел у себя? Ма, это ты? Ты или не ты, ма? Нет, это не я. А, вот ты, ма. Вот я тут, вот тут. Ма, давай как жители разговаривают. Ма, давай как жители... Да. Я не могу, это очень смешно. Тихо. Ма, тихо, смотри. Подожди, давай посмотрим, что будет делать. Смотри, они тут, видишь, тоже все кучкуются. Так, давай мы заходим. О. Мы там пожрать принесли, короче. Пожрать, да. О, да он спит. О. Тут какая-то книга. Ма, выходим. Я взяла какую-то книгу, нормально? Отлично, ма, выходим, пошли сюда. О, все, мы его покормили, он спит. Ма, кинь мне книгу, посмотрю, ну-ка, дай посмотрю. Да. Так, ну-ка. Банковская ячейка номер 13. Меня все знают в лицо, проверка не требуется, пароль на горшке сидел король. Ма, у него банковская ячейка есть. Ха! Пароль, пойдем искать. Подожди, нам надо переодеться в него. В него? Ма, ты переоденешься в него, все, пошли. Сейчас... Слушай, я не хочу быть как он, ты жо. Ма, теперь ты будешь Рич, короче, Мич. Ма, заходим давай. Ма, закрывай дверь.
Давай, Ма, переодевайся в него. Давай, давай. Ты мне его трогать, что ли, надо? Ма, трогай, давай, ну. Ну, одевай. Я не буду. Ты чё, я не хочу. Ма, трогай. Ма, быстро, быстро. У него в шкафу завалялось. Ма, трогай, снимай, снимай, снимай с него манатки. Давай, Ма. О, Господи, помоги мне. Так, все. Ой, Ма, не вонючий, он, видимо. Ма, он обкак... Давай, в общем, одевай ты его. Ты дурачек, что ли? Ма, вот это угар, все, мы его переодели, Ма. Все, 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 сопровождай меня, я пошла. Все, все, все. Я гордая. Давай, давай, давай. Скажи им, что в банк, Ма, скажи им, что в банк пошла. И как по-жительски, давай. Я пошла в банк. О, Мон, отлично. И такая важная башку подняла. Ма, давай, нос к небу и пошла такая, давай, Ма. Ма, не туда, банк в другой стране, Ма. Сюда, сюда, уважаемый! Так, так, давай, Ма, не паримся, не паримся, давай, все. Два жителя в банк пошли, Ма, сюда, сюда, сюда. Ма, ты что, слепаешься? Вот как такая идет, как он ничего не видит. Ну, я специально так иду, типа, я гордая. Ма, ты это, так, так, вот сюда, вот сюда, Ма, вот сюда. Ага, ага. Вы просто, друзья, возьмите на этого жителя. Ма, заходим, заходим. Так, где, где? О, банк. Ма, сюда, тихо, тихо, тихо. Так, Ма, давай, подходи, подходи и говори такой, типа, Ма, что она говорит, Ма? Ма? Здравствуйте, уважаемый, вам чаю или кофе? Что вы пришли открыть свою банковскую ячейку? Ладно, одну минуту, я принесу вам кейс, и вы сможете забрать его. Хорошего дня. И да, напомню, ваш пароль от кейса, а то вы всегда его забываете. Пароль 1234. Ну, отлично, давай, бери, бери вон сундучки, Ма. Пошли! Ба! Ма, пасе! Па! Уходим. Ма, кейс у тебя? Кейс мой, кое мама смотри. Ой, отлично, Ма. Ой, Ма, тут же Нубик, так, Ма. Нубик, чтоб не узнал меня под этой всей одежкой. Так, ладно. Ма, ладно, так, тихо, тихо, тихо. Так, все, на, у нас кейс, кейс есть, короче. Слушай, давай теперь поедем. А, пойдем в магазинчик или нет? Нам можно надо, короче, шмотки снять, можно шмотки переодеть, пожалуйста, умоляю. Ма, Ма, давай сейчас переоденем. Я не могу, вспотела, жарко, не могу. Ма, там не только вспотела, жарко, не могу. Понимаю, Ма, понимаю. Давай, пошли. Все, пошли домой, короче, там в домик зайдем, я быстренько сниму. Слушай, давай вернем ему одежду, типа, чтобы палева не было. Ма, а то спалят нас, давай, пошли. Ладно. Так, мы короче, вернулись. Ма, давай, заходи. Да, да, да. Давай, Ма, все. Переодевай его, давай. Все, переодеваю, ну. Все, все, все. Давай, Ма. Ма, он опять кехнул. Ма, отлично, мы переоделись, выходим. Все, мы выходим. Давай, выходим, Ма. Убегаем, 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 Ма. Все, мы перекали, мы перекали. Все, зашли сюда. Ма. Все. Да хватит. Окать, курица моя ненаглядная. Так, все, переодеваемся. Давай, Ма, Ма переоделась. А теперь я сейчас переоденусь. Ма, отлично, давай все, слушай, миссия. Шикарно, так, вот кейс. Может, откроем, проверим, иди сюда. Давай, Ма, ну-ка давай, сейчас, подожди. Так, один, два, три, четыре. Оп. Опа-ля, опа-ля, опа-опа, на, держи. Так, Ма, что ты сказала? Так, ну-ка. Нормас. Так, ну-ка сейчас откроем. Сейчас посмотрим. Вау, Ма, тут кейс. Слушай, всё, погнали, все. Поехали теперь покупать. Ма, погнали в магаз. Да я иду, иду. Только тихо, не боли с кейсом. Ма, давай. Ма, что кейс? Ну, с кейс. А, Ма, ну, понимаю. Никто ничего не понял, короче. Ма, это кодовое слово, я понял. Ма, давай. Ты, Ма, ты где там? Не болись с киской, короче, все. Поехали. Ма, давай, давай, давай. Ма, быстрее сюда. Да подожди, Ма, ты что там? Короче, сейчас Ма на мотороллер обратно посажу. Неудобно, короче, на нем. Ладно, Ма, ну неудобно. Давай, за мной, Ма, за мной. Ладно, еду, да? еду за тобой. Вау, смотри, Ма, там магазинчик какой, вау. А ты где? А, все, я поняла, где ты. Блин, я проехала мимо чуть-чуть. Ма, ты где? Ма! Вот, я заезжаю в ворота. Заехала! Аллилуйя. А, вот ты где, Ма. Так, все, заходим. Так, вау! Подожди, да, продукты и все, и что? И... Ну, Ма, он же сказал, в каждом магазине есть генератор. Ма, что она говорит? Так. Привет, мы только открылись, но на складе много чего есть. Тут скоро будет строить поселок. Что вам нужно, генератор материи? Вам нужно обратиться к моему другу. Тут хранить такую штуку небезопасно. Но стоит она чемодан денег. Вы ведь знаете, да? Он на полигоне. Ма, он на полигоне. Ма, погнали. Он на полигоне, все, погнали. Чемодан денег. Такая валюта интересная. Чемодан денег. Ма, чемодан денег. А вдруг я туда засуну, блин, не знаю, 5-рублевые монетки? Ма, слышишь, тут это, ну все же понимают. Это же тоже считается, как чемодан денег. Ма, слушай, ты посчитаешь? А, слушай, давай сделаем так, короче. А? Мы возьмем по одному доллару. Ма, посмотри на этого жителя, я думаю, с ним лучше не шутить. Посмотри на него внимательно.
Ну ладно, плохая идея, пойдем. Так, ну-ка, что он говорит? Здравствуйте! Упал, отжался! А? Что нужно, рядовой? А? Купить генерат? А? Матю. Я лежу? Отжимаюсь? Ма, упала, отжалась, давай! Да все, все, ладно, ладно, я просто упала от него, упала, отжался. Так, ну что дальше там? Что ты, купить генератор темной материи, да? Ладно, без проблем, клади чемодан денег и бери генератор и уходи, только медленно, понял? Ма, медленно. Ма, смотри, какая штука, смотри у них какой код непонятный. Какой код у них? Ну наведи на нее, смотри там название какое странное. Ого, я не даже читать не буду. Так, клади, короче, вот Ма, это, я положил, вот это, и уходим. Медленно. Ма, Ма, медленно. Мы пошли. Коски пригните! Ма! Он пугает меня, я нервная теперь. Ма, у тебя глаз дергается. Уже давно, между прочим. Ма, что такое? Ма, погнали. Ладно, все, поехали. Так, куда теперь-то нам надо, а? Теперь, короче, я так понимаю, к ученому и дать ему этот генератор темной материи. Ма, капец, да вообще, что происходит? Интересно, что это за... Ма, портал будет другое измерение, круто, ма? Какой? Подожди, он сказал, что сделает портал? Ну да, он же сказал, он там портал. Он такое говорил? Ну да, ма, он говорил. Так. А он надо делать... Давай не в нашей жизни, можно мы, короче, того, а потом он это сделает. Ма, слышишь, давай тут не выступай. О, там мадам! Да-да-да! Ма, ну ты... у тебя важная штучка в кармашке, понимаешь? Ма, ну мадам, мадемуазель, здравствуйте. О, ма, а что это говорит? Она переоделась или что? Ма, новый нарядик, смотри, какой крутой, ма. Милый мой друг, ты напиши мне слезой огня. Скажи, что я пою круче, чем твоя ма, и я буду твоей бейбой. Ма! Ага. Скажешь, зубов лишишься, мой дорогой, милый друг. Что там она сказала? А, да, мой милый друг. Ма, ну, ма. Напишешь, короче, слезою грави на мокром асфальте, понял? Ма! Ма, я ухожу, все, Ма, я понял. Все, все, все. Так, профессор, здравствуйте, Ма. Ма, заходи. Мы принесли, короче, вам... Я застрял в двери. Ма, смотри, ну, тут жители, Ма, это его ассистенты. Ну-ка, что он говорит? Чё, Ма, ты... Чё, вы тут, ну-ка... Ма, выгони их всех. Да я не могу. О, вы принесли! Отлично, мой ассистент Нубик. Подсоединит провода, я его обучаю, отнесите ему, а потом ко мне обратно. И запустим, он говорит, у него степень магистра. Чё? Ма, у Нубика степень магистра. Степень... Я бы сказала, какой у него степень. Какой Нубик, какие провода, вы шо, совсем обалдели? Он не умеет, он не сможет, он же Нубик, вы шо? Ма, я думаю, он сможет, Ма, пошли, да все будет нормально, Ма, что может пойти не так, ну? Нубик и атомный реактор. И что там у нас в руках? Генератор темной материи, Ма, если быть точным. Генератор темной материи и Нубик, ты это сочетаемое, по-твоему? Смотри, как он дейсит. Ха, прикольно. Нубик, привет. Оу, привет. Так, посмотрим. Это подсоединяем сюда. А это что за провод? Так, выдернем его. Так, а это сюда. Кстати, прикиньте, я нашел в помойке степень магистра, а меня профессор к себе взял. Круто, да? Короче, ты дурак или что, ты дурак? Короче, я все соединил, починил, готово, несите ему. Ма. Ма. Не неси, закопай. Где портал, пошли выбросим. Ма, подожди, ну, может, Нубик все сделал правильно. Людям надо доверять, Ма, понимаешь? Он нашел в помойке. Какой-то там диплом с какой-то там степенью. Ты понимаешь? Ты эту понимаешь? Ма, ну прикольно же. Так, что говорит профессор? Профессор, здравствуйте. Момент истины. Подключайте, хлопцы. Ма, подключай. Так, Женечка, Женечка, это ошибка. Это ошибка, понимаешь? Это будет ошибкой. Нет, не подключай. Ма, ну... Не подключай. Ма, ну давай это посмотрим, ошибка. Что это такое, а? Ты ошибешься. Нет, пожалуйста. Женечка, не... Ма. Пожалуйста. Женечка, поставь эту штуку, и мы спокойненько пойдем кушать пирожочки. Хорошо, я поставил. Господи, что ты сделал? Ма, я установил. Давай! Рычаг не нажимай! Ма, ну давай пожалуйста. Ма, смотри, тут какая-то красная кнопка. Ма, смотри, ой, тут даже искрится, смотри, Ма, наверху. Я тебя потом, знаешь, я тебе что сделаю? Так, только попробуй нажать. Все, все, кыш, не подходите, я сегодня в опасное. Ма, подожди, ладно. Давай протянем вот так. Ма, давай, если что-то произойдет, то ничего не будет. Смотри, оп, видишь?
Смотри, я вот так вот веду вот сюда, вот, вот так. Ты думаешь, вот эти метры нас спасут? Да, нас спасут, смотри. Оп! О, ма. Ничего не произошло? Нет, ма. Ма, сходим! Что ты сделал, ёшки-матрёшки? Ма, смотрим! Вау, ма, ну-ка. Вау, ма! Кошмар какой, ну все, я так и знала. Все, все, конечно. Ма, темная материя. Мама мия, так уходим. Вау, ма, она все утягивает, смотри, вау. Все, уходим, я на крыше, я держусь за бок. Ма, иди сюда ко мне. Ма, иди, смотри, она тут все поглощает. Смотри, дома разлетаются. Ой, мамочка, так уходим. Ма, здание крушится. Капец. Женечка, давай отойдем. Я надеюсь, она хакера поглотит. Это единственный хороший будет момент за сегодняшнюю серию. Давай, поглощайся. Вот. Ма, смотри, она как вообще весь город пожирает. Ма, что мы с тобой наделали? Я говорила. Ма, ну я же тебе говорил не включать. Нет, давай посмотрим. Ты что, гонишь уже? Ты шама? Да ты нажал. Давай, ма, нет, мадам. Мадемуазель, засазывай, давай. Засазывай. Нет, только не мадам. Давай. Ма, смотри, какой кратер, вообще жесть. Нет, она уже так, приближается. Давай, два блока, жри ее, давай. Мадам! Давай. Ма, один блок остался. Ну что, пока, красавица. Смотри, она прям было по кругу. Было приятно с вами дело иметь. Нет. Мадам! Ма! Так, до хакера. Я надеюсь, до хакера дойдет. О, ма, до хакера дойдет. Малюточка сейчас звонит нам на мобилу. Ма, не будем брать. Мобилу унесло в черную дыру. Не бери. Ее, походу, там уже в другое пространство затянуло. Короче, дорогие друзья, ставьте лайк, чтобы как бы нас не наказали, ма. Да, нас, наверное, не накажет. Людочка нас ремня нам не даст. Да, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И, ма, подойди сюда. И... Нет, я не хочу. Ма, ну подойди. И всем пока! Ладно, все покусики хакера, все, я вам